QR-коды становятся неотъемлемой частью современной жизни. Их сейчас применяют во всех сферах жизни. Музей не исключение. Первым в Ульяновской области внедрил в работу систему QR-кодов Дом-музей Ленина. Наш посетитель приходит в музей, и, конечно, он желает больше узнать о предмете. Но мемориальная обстановка диктует некоторые правила экспонирования. И, например, вот иконы, вы видите, они находятся на высоте более 2,5 метров, и рассмотреть их даже вблизи не предоставляется возможным. Но эту проблему решил уникальный проект Министерства культуры Российской Федерации под названием «Артефакт». Федеральный проект «Артефакт» стартовал почти 5 лет назад. Тогда был объявлен конкурс среди музеев страны. Дом-музей Ленина стал участником этого проекта. Выбор не случайный. Специальная комиссия решила, что именно его экспонаты представляют особую значимость для посетителя. Из более 600 экспонатов Дома-музея Ленина было отобрано только 40. Такие условия проекта. Теперь подробная легенда о каждом из этих раритетных предметов, информация об их исторической среде закодирована. Предварительно каждый научный текст тщательно был выверен специалистами проекта. Главное его достоинство, что он доступный каждому посетителю и легко читается. Чтобы стать пользователем проекта «Артефакт», нужно скачать с Play Market это приложение с соответствующим значком Министерства культуры Российской Федерации и навести телефон на QR-код того или иного предмета, который вас интересует. Появится изображение экспоната. А если вы хотите узнать больше о нем, то нажимаете соответствующее предложенное вам действие. Появляется текст из 2000 знаков. И более того, на рисунке предмета появляются так называемые точки интереса, которые еще больше показывают историю предмета, его легенду, его появление в нашем музее. Всего в этом проекте приняли участие 1400 музеев страны и было описано более 30 тысяч предметов. Одной из целей проекта стало привлечение молодежной аудитории, которая предпочитает видеть мир виртуально. При помощи тех же гаджетов «Артефакт» предлагает им посмотреть на реальную действительность и узнать больше об истории не только предметов, но и страны. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.